Привет, YouTube. Сегодня снимаю небольшую распаковку. Получил свою покупку из интернет-магазина. Предположительно с коробкой под Powerbank. Собственно, она. Да, это то, что я ждал. Коробка помята. Ну, думаю, ничего. Купил такой пауэрбанк взамен распространенному пауэрбанку от Xiaomi. Здесь используют 4 аккумулятора, он довольно тяжелый, с собой носить его не так удобно, как вот этот Powerbank на 2 аккумулятора. Так, посмотрим, что здесь. Карточка, гарантийный талон. Ну и сама коробочка. Отложим в сторону. Ну, что из себя представляет сам Powerbank? Кабель микро USB на USB. Такой приятный, достаточно по виду качественный. Так, что это еще такое? Это пластиковая. Некое крепление. И сам Powerbank на 2 аккумулятора. По фото я думаю, что он будет меньше по размеру, по длине. Но тем не менее здесь, видимо, стоит плата. LCD-экран. И 2 выхода USB. Сверху 1 ампер и внизу 2 ампера для зарядки планшетников. Кнопка включения-выключения. И разъем под micro USB для зарядки самих аккумуляторов, которые здесь будут вставлены. Информация о характеристиках. И бренд Тома. Сдвигается. Крышка вот от экрана, она сдвигается, и место под 2 аккумулятора. Давайте ставим аккумуляторы 18650. Так. Плюс в сторону экрана, другой возьмем аккумулятор с меньшей емкостью. У меня получше аккумулятора. Эти похуже. Нажимаю на кнопочку включения энергии. Сгорается надпись Power On. Сейчас попробую настроить фокус.
включение. Через несколько секунд почему-то происходит отключение. Пишет power off и гаснет экран. Очевидно, какая-то нестандартная работа, некорректная. Что ж, наверное, попробую разобраться в этом. Вот, а пока протестирую, работает ли данное зарядное устройство, заряжает ли она смартфоны. Да, пошла зарядка смартфона, точнее телефона в данном случае, и подключим еще смартфон iPhone 4. Да, заряжается и iPhone одновременно с телефоном. Несмотря на то, что я воткнул в слот, где указано 1 ампер, на экране видно, что задействован слот под 2 ампера. Так, попробую сейчас отключить iPhone. Несмотря на это, пишет, что задействован слот. А, да, я вставил в 2-амперный слот, все верно. Вот сейчас установил кабель в слот 1 ампер. Подключим два устройства. Зарядка идет. Но некорректно, поскольку силы тока не хватает обоим устройствам. Вот такая зарядка. Интересно, я буду дальше тестировать. Выясню, почему быстро гаснет экран, если не подключены никакие устройства к нему. Возможно, это не баг, а фича. То есть, возможно, так и задумано. В любом случае, буду выяснять. Вот. От слота с 1 ампером замечательно заряжается одно устройство. Вот, когда подключаешь слот 2 ампера, то есть можно заряжать планшетный компьютер, очевидно, и можно заряжать от него одновременно, вот с помощью такого кабеля, два устройства, два телефона, два смартфона каких-либо. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал для обзоров различных гаджетов, новых моделей от компании Casio, серии G-Shock. Всем пока!